Договорилась с Элиной поставить на окно Wi-Fi. Есть тут одна мадам, которая рассказывает, что у нас с Зеленским общалась, еще с кем-то. Хабалка вечно тыкает, шмыкает. Кончено. Повыбегали. Повыбегали, давай. Бугай двухметровый стал на меня и орёт. Шестерки не хватает. Подруга живет. Не нравится им. Сидят хернёй, страдают, блядь, в телевизоре позалипать им. Конченые. Конченая со мной так разговаривать. Пиздец, заказ. Теперь промывать. Стоять мозги, блядь. Кончено, блядь. По-другому не понимает. Такие же бесстыжие люди. Господи. Денег. Господи, какие ж, господи. Один военный, другой. Такие же умные люди, мудрые. Я в шоке просто. Такие умные люди. Такие умные.
Ребята, контент. Контент. Тут бы, блядь, заработал бы деньги и на следующий месяц уже съебался отсюда, во. Так тебе препятствия. Да ничего. Купим завтра, пойдем найдем роутер, да и все. Что тут такого? Что здесь такого? Найдем роутер. В интернете можно язык учить. В интернете можно кучу всего делать. Они сидят херней страдают. Поучают молодых и рассказывают, как жить. Что, заткнулись и все? Как любят обсуждать за спиной. Не в лицо, а за спиной, чтобы еще и слышал. Настолько, блин, необразованные. И дележка. Дележка против меня, но не в защиту меня. Повыскакивали, кто со мной не общается, кто со мной там что-то этот. Ой, господи. Ты не собираешься тут ни с кем дружить? Кому они? Что они? Они что, родственники или кто они? Кто они такие? Оба. Это что за рыжий волос? Да я уже рыжий волос нашла. Купила себе освещение работать. Че, завтра пойду. Куплю роутер, да и все. Подумаешь, господи. Не любят сильно. Видите, как? Если ты где-то в чем-то, то тебя вот так вот берут и еще и что-то этот. Идет его жена, бля, смотри, самая умная. Что-то еще там это, третье, десятое. Хреново, что я не записала. Сейчас бы, блядь, полицию бы вызвать. И за клевету штрафовать этих гопников.